Обустроили тротуары, велодорожки, парковки, пешеходный переход возле школы. Проложили ливневку и наладили освещение. Улица 280-летия Барнаула преобразилась после ремонта. Сегодня по ней запустили автомобильное движение. Хотелось бы сказать про эту улицу. Она у нас реализована в рамках безопасных качественных дорог. Протяженность объекта небольшая, на самом деле 500 метров, но для жителей индустриального района, данного микрорайона, она очень значима, потому что район очень густо населенный, здесь большое пешеходное движение, поэтому мы в рамках проекта постарались наполнить улицу не только комфортной для автомобильного транспорта, но и в первую очередь для пешеходов. На восстановление востребованного участка направлено почти 110 миллионов рублей. Работы дорожники начали весной текущего года и завершили на 2 недели раньше установленного срока. При строительстве было уложено порядка 5500 асфальтобетонного покрытия в 2 слоя дорожного полотна, длина 515 метров. Это 3 полноценные полосы, ширина улицы составляет 10,5 метров. Отметим, в настоящее время в Барнауле продолжается восстановление еще 2 улиц. 65 лет Победы и Сергея Семенова. Валентина Аскерова. День с толком.